Adaptec ASR8450CGL – четырехпортовый контроллер для создания RAID-массивов. Сегодня у нас на распаковке контроллер для создания популярных дисковых массивов от 0 до 60 уровня. Контроллер выполнен в тонкопрофильном форм-факторе и представлен четырехканальной конфигурацией на базе стека от Microsemi с пассивным охлаждением. Данный контроллер принадлежит к серверным решениям и позволяет объединять в RAID как традиционные накопители, так и твердотельные решения для обеспечения максимальной пропускной способности чтения и записи и увеличения числа операций ввода-вывода в секунду, необходимых самым ресурсоемким приложениям. Обратите внимание, что кабель-переходник SFF8643 на 4 интерфейса SATA приобретается отдельно. Максимальная скорость передачи данных может составлять до 12 гигабит в секунду на каждый порт. Вместе с этим на борту предусмотрен гигабайт памяти для эффективного кэширования данных. Для подключения к системным платам используется разъем PCI-Express версии 3.0 на 8 линий с пропускной способностью по гигабиту на линию. Среди функций контроллера отметим возможность создания нескольких RAID-массивов на одном наборе дисков, изменение объемов массивов без их разрушения, а также фоновую и быструю инициализацию и поочередный старт накопителей.